получается. Дерьмо. Дверь только что открылась. Гребаные призраки. Я прав? Не попробовать включить свет или что-то в этом роде? Блять, я не знаю. Может быть, это пройдет. Ох, нет. Разум — это океан, а волны — твои мысли. Так что оставайся на суше, ладно? Все знают, каково это. Чувствовать себя нежеланным, и многие не понимают простого решения. Вчерашняя плохая энергия — это история, как оставь это в прошлом. Видишь? Теперь все позади. Так что продолжай двигаться. Если ты соскальзываешь, помни. Жизнь — это мороженое. Наслаждайся ими, пока оно не растаяло. Давай пожаловать. Добро пожаловать на мой канал на YouTube. Я делаю видеорепортаж острова. Это видеоблог, который означает, что ты будешь слушать то, что я должен тебе сказать. Так разбей этот колокол, позвони в значок колокола и не забудь. Так, разбей этот колокол. Позвони в значок колокола и не забудь. В любом случае, я люблю вас, ребят. Если ты не подписан, обязательно подпишись. Скоро появятся подробности в ближайшем магазине в Нью-Йорке. И свой меч с карты в магазине Logot.the/shop. И я увижу вас всех завтра. Да, блядь. Ты ведь испытывал раньше, верно? Ты оборачивайся, и вот он. К счастью, решил сделать краткое руководство о том, как справиться с этим самостоятельно, чтобы чувствовать себя. Подготовлен, когда это неизбежно повторится. Также, кто бы ни был, отправил мне сообщение. Если ты смотришь это, пожалуйста, прекрати это. Мне не нужна эта негативная энергия в моем жизни. В любом случае, ты видел фильм ужасов, верно? В основном, все, что ты хочешь сделать, это развернуться, а затем вернуться обратно. Как только поймешь этот трюк, действительно, не будет он таким жутким. Не забудь колокольчик прокомментировать и поделиться с друзьями.